Далее в программе вы узнаете, что предметы интерьера можно связать своими руками. Секретами мастерства поделится дизайнер Альбина Кобзева. Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я мама трех замечательных деток. И, находясь в отпуске по уходу за ребенком, немножко заскучала, чтобы как-то развлечься, найти себя. Вот я увлеклась вязанием. Делаю разные вещи для дома, для интерьера. Это и корзинки, и ковры, и пуфики, и подушки, из трикотажной пряжи. Все это 100% хлопок. Это экологично, это приятно, и это красиво. Я вязала всегда, но это было на уровне шапочки-шарфики для своих родных и домашних. Сейчас это мое пока что еще хобби, может быть, в какое-то большое дело это не переросло, но я надеюсь, что, возможно, получится создать какую-нибудь студию домашнего уюта. Я вяжу из трикотажной пряжи, это 100% хлопок. На самом деле это рукоделие пришло к нам от наших бабушек и дедушек. В деревнях, может быть, вы помните, даже наши мамы еще разрезали всякие ненужные трикотажные вещи на ленты и из них вязали коврики. И сейчас вот этот вид рукоделия получил новый виток. Только сейчас уже пряжу делают специально под это рукоделие. Это уже не разрезанные футболки, а это уже специально изготовленная пряжа. И из этого я вяжу уже корзинки, какие-то еще различные предметы интерьера. В принципе, достаточно 2-3 часов получается. Вот, смотрите, очень мягкие стенки. Эту корзинку можно вот так вот сложить, смять, потом так вот снова расправить, поставить, и она будет у вас стоять. С помощью спиц, крючка и моточка пряжи для дома и для интерьера можно создавать потрясающие, уютные вещи, которые наполнят ваш дом теплом, гармонией, создадут вам хорошее настроение. Я считаю, что у всех есть эти задатки, просто кто-то их развивает, а кто-то нет. И, в принципе, если есть желание, можно самостоятельно развить в себе эти навыки и заниматься любимым делом. Коллекцию оригинальных изделий для интерьера вашего дома дизайнер Альбина Кобзева представит на дизайн-маркете в самом творческом событии этой зимы. 24 декабря на площадке ВДНХ «Экспо» соберутся дизайнеры со всей России, чтобы представить свои лучшие творения.